Всем привет! Наконец-то сегодня мы поняли, зачем нужны камни PvP-шные. И вот эти вот, сейчас я покажу какие. Были вопросы, задавали, в принципе, зачем этот камень души PvP. В принципе, я думаю, что это будет в дальнейшем какое-то обновление вместе с прокачкой, PvP-прокачкой нового PvP-снаряжения, но оказалось немножко по-другому, хотя этот вариант тоже всплывал, так как прорыв. Есть наши, да, вот PvP снаряжение, вот, и на 20-м, каждом 20-м уровне у вас идет прорыв. За 20-й уровень нужно 20 камней, я так понимаю, за 40-й нужно будет 40 камней и так далее, за 60-й 60 и все вверх. То есть вот здесь вот в усилении, да, вы не сможете дальше усилять после 20 уровня. Вам нужен будет прорыв. Нужно будет 20 таких камней. Я скрин вставлю еще дополнительно. То есть как это было, потому что видео заснять не получилось. Именно в тот момент, когда был прорыв. Вот. То бишь, нужно собирать эти камни. Соответственно, они нужны будут для прорывов. Я думал, это действительно будет какое-то будущее обновление. Оно уже как так и есть. В игре просто нужно было докачать до 20 уровня всего-навсего. Вот, завтра уже нам дадут в снаряжении отверстия для камней, да, вот, вот в эти камни, да, дадут, добавят, я думаю, что это будет в другом, здесь добавят еще три снаряжения вот таких вот, и в них добавят отверстия для камней. Также можно будет открыть 4, 5 и 6 отверстие, у кого есть дополнительные камни. И в принципе, ну, если что-то еще добавят, то я завтра еще сниму видео. Не знаю, если получится, то сниму утром. Если нет, то уже ближе к вечеру, когда у меня появится время. В принципе, это все. Такая вот небольшая новость, которую я хотел вам донести. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.